Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. Мы продолжаем играть в игру Король-Защитник. Награда за вход. Забрали. Ну-ка посмотрим, друзья мои, работает ли наш... Все. Наша фишка работать перестала. Как вы видите, да, награду за вход мне больше не дают. Так что теперь все своими силами. Так, друзья мои, нам нужно дальше идти. Уровневый режим, мы с вами остановились на 27-й миссии, глава 3, уровень сложности нормаль, как вы помните. Так, надо посмотреть, кто же у меня в данный момент состоит в армии. Так, у меня есть лучник, у меня есть мечник, эльф-вор, лекарь, так, эльф-боец и ассасин. Ну, я думаю, что мы должны, наверное, справиться именно вот такой командочкой. Тут у меня подарочек, ага, 500 монет. Спасибо большое, и мы, наверное, приступим. Ох, ёлки-палки, здесь босс еще будет. И помимо этого, тут, видите, змея в этом, как в кувшине, или я не знаю, как назвать. В общем, будем пытаться здесь с вами справиться. Кого бы нам отправить? Ну, давай для начала, ладно, пускай подойдут. Мы, наверное, сейчас начнем с мечника. А здесь, смотрите, скелет с алебардой идет. Он довольно сильный, насколько я помню. Ладно, посмотрим, как у нас тут все это дело пройдет. Мне бы, конечно, бы хила призвать себе на помощь, но, наверное, я не успею. Или успею, 24 маны нужно. Так, я забыл, что эта змея делает. По-моему, она плюется, да, ядом и травит моих юнитов. Ну-ну-ну-ну, хиль-хиль, вот так вот. Отлично, может быть, мы... С удара? Вы издеваетесь, что ли? Она взяла просто вот эта змея и с удара моего мечника уложила. А как мне тогда быть? Все, я, кажется, понял, как мне здесь надо быть. Так, тут еще и маг. А ну-ка! В заморозку их, вот так вот, правильно. Мне здесь нужен лучник, потому что у него дальняя дистанция, соответственно, он сможет их довольно легко и быстро подбить. Но он стоит, вы сами понимаете, да? Не дешево. Надо, конечно же, этого лучника нам прикрывать. И для этого у нас как раз вот и... подойдут наши мечники. Нам бы еще хила бы, друзья мои. Нам бы еще хила бы сюда призвать. И вообще было бы имбовенько. Ай, сейчас лучницу мне расстреляют. Слушай, ну тут сложно. Сложнота какая-то. Что... А почему они так ускорились, эй? Что не так? Я не понял. Почему? Откуда у них такое ускорение взялось? Так, давай, вор, быстрее приходи. Так, замораживаем их тут к ядрине фени. И бомбим. Так, молния срабатывает. Это все, конечно, хорошо, все идеально. Ну, чего-то нам не хватает. Чего-то не... Вот всегда нам чего-то не хватает. Так постоянно было, есть и будет. Ну-ну-ну-ну-ну-ну, давай-давай вот эту змею. Мы даже урон не наносим, прикинь, вот этой змее. Мы ничего даже не можем сделать. Странно это, конечно, все. Очень странно. Почему мы не наносим колоссальный урон этой чертовой змее? Мы там и молниями шпарим, что только не делаем. А ей все по барабану. Давай я еще попробую заморозить. Ну, вот же, вы там рядышком бомбите эту змею. Ну, пожалуйста, ну уничтожьте вы ее к ядрене. Есть! Красотули вы мои, пробили все-таки, а, эту поганку. Так, давайте помогать нашим бойцам. Тут еще босс, кстати, мы не должны об этом забывать. Кто их так там хилит божественно? Просто посмотри, хил за хилом идет. И... алибарчик. Так, ладно, с ними мы должны справиться. Нам бы еще уложиться во время. Вот еще в чем. Да кто ж так... Офигеть, друзья, ну... У них там нифига, ты посмотри, сколько у них сзади хилов. Почему у меня только один может быть хил, да? А у них аж 4 штуки. Я считаю, что это нечестно. Это несправедливо, друзья мои. Такого не должно быть. Почему это у меня только один должен быть лекарь? А у них целая армия из них. Шаманы. Ну и что, что шаманы? Те же самые лекари. Так, мы пробили их. Это маг паршивый. Сейчас мы его отдубасим. Друзья, мне просто нужно уложиться по времени, понимаете? У меня 1,5 минутки всего лишь. Да иди ты! А, это босс, да? Это босс. Мне бы, конечно бы, друзья, в идеале его заморозить бы. Ну, можно и ураганчиком, наверное, да? Хотя никакой это не босс. Это обычный паршивец был. Заморозка. Вот что значит, друзья мои, своими силенками проходить без каких-либо дополнительных бонусов. Но, тем не менее, мы с вами победили. Так, на 2 звезды, к сожалению. Ну, естественно, потому что у меня там замок, грубо говоря, на соплях держался. Он бы мог в любую секунду развалиться. Друзья мои, мы продолжаем с вами играть. У нас 28-я миссия на подходе. Но перед началом я, наверное, попробую кого-нибудь прапать. Кого-нибудь прапать — это
надо еще посмотреть. Так, улучшение. Сможем ли мы... 2700, в принципе, это реально. Но я хочу посмотреть на других. Так, ассасин у меня 12 уровня, да? А лучницу у меня какого левела? Покажите мне, пожалуйста, лучницу. Подожди, а ее почему-то здесь нету. Ха-ха-ха. А куда у меня делась моя лучница? Я имею в виду та, которая суперская. Ее здесь не видно вообще в помине. Ладно. Так, целитель, у тебя что тут? Какой? 11 уровень и улучшение 3780. Дороговато. А тебе 2600. Ладно, улучшаем, наверное, эльфа-рыцаря. Так, 150, да? Ладно, хорошо. Эльф-рыцарь. Вот я не знаю, копейщик стоящий он или нет. По атаке как-то не особо. Но у него второй уровень. А если мы его, например, прапаем? Давай-ка глянем. У него есть, ребята, способность отбрасывать цель. Понимаешь, да? 234 и ОЗ 950. 950. Ну, смотри, по ХП он вообще слабый. Даже если грубо взять, что у него половина здоровья от эльфа-рыцаря, да? Это будет 1800, ну, около 2000. Он проигрывает в любом случае эльфу нашему. Копейщик. Мага вот, наверное, надо было бы нам прокачать. Ладно, шиш с ним. Денег пока все равно нету, мы с вами идем дальше. Ну что же, уровень 28. Тут у нас будет босс. Слава богу, никаких змей, никаких пушек здесь нету. Я думаю, мы должны будем справиться. Зато здесь есть какие-то скелетики мумии. Можно их так назвать. Так, пошли, посмотрим, кто кого здесь. А, нам нужно, конечно же, копить манну в первую очередь. И желательно бы нам на ранних стадиях вызывать что-нибудь типа хила. Или ассасин. Ассасин тоже подойдет. Вот он бежит у нас. Он довольно неплохо дамажит. Мы это все прекрасно помним. Вот я вызываю целителя. Он нам здесь очень должен хорошо помочь. Так, и вот лучница, которая стоит у нас 40 манны. Вау. Почему нас так круто сдувает от их небазы? Меня так почему-то так не... И врагов так не сдувает, когда я что-нибудь там делаю, да? Лучница, выходи, пожалуйста, ты мне... Эй, заморозка! Вот, при заморозке их немножко отталкивает, но не с такой же скоростью, как меня. Целитель, ну куда ты бежишь-то вперед, батьки, в пекло-то, елки-палки. Так, давай еще раз применим. Да, что-то как-то... Что-то как-то не задалось, друзья мои. Так, смотри, нас просто здесь разминают. И молния не помогает. Эй, мне бы заморозочку или еще что-нибудь в этом роде. Так, лучница, молодец, хотя бы подбили. Смотри, их тут целая армия идет, ё-моё, они меня просто сносят. Мне здесь поможет лишь заморозка, наверное, надеюсь. Надеюсь, она мне поможет здесь. Так, давай попробуем так сделать. И ураганчиком еще сразу же заодно. Так, хорошо, солидненько. Давай, 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 рыцари мои, бомбим, бомбим. Да кто там? А, там еще целая куча магов, смотри, сзади стоит. Вот почему мои рыцари так быстро и легко падают. И что же мне тогда делать? Что мне тогда делать? Там, смотри, еще мумия какая-то прибежала. Слушай, они потихоньку-потихоньку меня стесняют к моей базе. У меня еще далеко до скиллов моих. Вот я только могу ураганчик применить. Не понял. Погоди, 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 погоди. Зачем так же... Че? Мне здесь одно непонятно. Как определить, какой уровень у врагов? Если бы я знал, мне было бы проще. Но посмотри, у них здесь и лекарь, и маг... И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. У них семь персонажей, а у меня раз, два, три, четыре, пять, шесть. У меня шесть всего лишь. Это нечестно. И причем он как-то так очень быстро их выводит на поле боя. Мне нужно ждать какую-то там энергию. А он одного за другим клепает и все. Ну что у меня здесь? Хил есть, у меня есть стрелок, да. У меня в принципе все, что у него есть. Но все равно он меня проминает. Ладно, друзья, поехали еще одну заходочку. Может быть, на этот раз нам с вами повезет. Я на это очень сильно надеюсь. Может быть, мне не надо было брать с собой вот этого эльфа-вора. У нас как бы есть ассасин, и нам его должно быть, как говорится, достаточно. Но не знаю, друзья. Даже не знаю, что вам на это ответить. Будем стараться. Будем стараться сейчас тут отбиваться. Может быть, у нас получится здесь наплодить армию больше, чем у него. И тогда у нас все будет на мази. Сейчас мы это с вами будем проверять. Вызовем с вами пару эльфов-воинов.
Заморозку я пока тратить не буду. Я думаю, что она нам пригодится в дальнейшем. Вот здесь, когда идут вот шаманы, да, лекари, это вот плохо. Вот вызываем лучника с вами. Тут уже маг, ну, вы видите, да, тот здесь прибыл. Так, наши воины быстренько их разбирают. Они сразу попятились назад. Слушай, эльфы, воины, считай-ка, имба, обалденный. Ты посмотри, что мы с вами... Вот, вот сейчас вот начнется. Вот сейчас вот начнется тут жестяк. Так, давай попробуем так, наверное, сделать. С помощью ураганчика их всех туда в кучку, да? Ты посмотри, ну, завалили, по крайней мере, мы этого гигантуса большого. Смотри, что происходит. Классно, классно, тут ничего не поспоришь, друзья мои. Эльф-мечник вообще на ура всех отдубасил. Ну и дальше мы, как видите, бомбим базенку. Так, а вот и босс пожаловал. Ассасин, давай вперед, выходи. Выходи вперед. Я думаю, что мы с вами успеем его сейчас заколбасить. Да, он сильный, я вижу, поздоровье. Так, еще одна мумия, вот эта гигантская вышла. Ну-ну-ну-ну-ну-ну, стреляем, стреляем. Отлично, упал босяра. Упал рыцарь, сейчас мы мага этого нахлобучим. Ну и бомбим спокойненько себе вражескую базу. Все, тут идеально. Вот так, друзья, просто надо было определенную тактику выбрать. И как видите, на 3 звездочки у нас все это вышло. Уровень 28 пройден. Замечательно. И у нас с вами 29 миссия. Кстати, на 30 у нас откроется, видимо, новая какая-то магия. Ладушки, ой, нет, нет, ну почему пушку? Господи, вот теперь будет сложно. Здесь еще и босс у нас есть. Как думаете, справимся, а? С этой пушкой? Я не знаю, друзья. Я вот, честно говоря, сомневаюсь. Я очень сильно сомневаюсь. Ладно, будем с вами ждать, наверное, эльфа-воина. Начнем именно с него. Потому что он имбовый на самом деле. Так, давай мы вот так вот сделаем. Проверим, друзья мои, проверим, как у нас сейчас тут будет все происходить. Ага, не так-то все простенько, посмотрите, что происходит. Но при поддержке нашего дамагера вроде бы неплохо. Ага, мага щелкаем. Ну и как? Ну и как вот тут быть, когда эта пушка начинает уже бомбить? Фи. Да где же магия? Мне нужна магия, друзья мои, мне нужен еще один воин. Слушай, ну он неплохо держится против пушки на самом деле. Вы это, наверное, заметили, да? В одиночку он... неплохо справляется. Так, давай ураганчик, чтобы их сдуть тут всех. Чтобы они нам не мешали уничтожать эту пушку. Давай, давай, есть! Ух! Ха, солидно. Тут ничего плохого не скажешь. Давай-ка дальше вызывать, наверное, эльфа-мечника. И хила. Вот так-то. Сейчас, не забывайте, выйдет босс. Ну, секунду на секунду. Ну, этих мы нахлобучим тут, понятное дело. Давайте, наверное, призовем нам... стрелка нашего, который будет нам помогать здесь. Причем мне нравится скилл у нее, который дает ускорение на стрельбу. То есть она... Так, тихо. Она ускоряется и довольно быстренько и неплохо бомбит. Да куда ж ты, жрец, вышел-то, дрёна вошь? Ну, вот это было, конечно, глупо. Очень глупо. Что-то я здесь не то делаю. Надо было мне вызывать-то совсем не того воина. Ладно, эльф, давай, выходи. Может быть, кстати, отсюда уже убрать нам мечника? Оставить эльфа? Потому что от мечника здесь толка никакого. Да, скорее всего, мы так с вами и поступим. Эльф самое то. У него и дамаг, и защита неплохая. Я думаю, мы за счет него далеко здесь уйдем. И базенку мы разбили. Слушай, на 3 звездочки должно быть, если я чего-то не путаю. Да, уровень 29 пройден. Ну что же, а мы с вами продолжаем. Вот как усилитель включить? Кто мне скажет? Никто мне ничего не скажет, потому что никто не знает. Так, ну что же, 30-я миссия, да, 30-й уровень у нас, где стопудово все будет очень сложно. Хотя, друзья мои, тут у нас кто? Босик какой-то маленький. Ага, алебарчик, да, мечник с топориком и маг. Слушай, ну, я думаю, что должны пройти. Должны мы с вами здесь пройти по любаську. Я лично очень хочу получить новую какую-то магию. А я больше чем уверен, что это именно она. Вот такой у них замочек здесь. Давай, эльф. Не подведи. Воу, как он хорошо их шинкует, а, друзья мои. Просто на ура. Просто нащелкивает. Давайте еще вот этого эльфа-вора, который будет из-под тишка вот так вот, оп, поддамаживать. Еще вызовем сюда ассасинчика. И будет все вообще у нас тут по красоте. Пока, я думаю, не стоит применять никакую магию. Да, пока все у нас так хорошо идет. Вызываем еще одного воина. Сейчас будет наверняка босс выходить.
Я, в принципе, готов. Я жду его. Вот он вышел. Хила призовем. Можно заморозить. Можно заморозить на всякий случай. Даже можно оттолкнуть ураганчиком. Вот так. Давай, 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 пробиваем. Так, что здесь происходит? Слушай, здесь что-то мы не справляемся. Я вызываю лучника к нам в помощь. Ох ты, посмотри, какая тут армия. Армия, очень большущая армия идет. Сейчас с моего лукаря, да, 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 забомбят они его. Слушай, не справляется. Они берут массовкой. Они берут массовкой, потому что их здесь, ну, чересчур много. Да давайте вы выходите, господи, что вы там стоите? Нет, друзья, я потерял преимущество, просто потерял преимущество, и меня здесь разнесли. Блин, а так все хорошо шло. Ладно, давай попробуем переиграть. В общем, я убираю вот этого мечника, он нам здесь не нужен. Он нам здесь абсолютно не нужен, от него толку никакого. Вместо него мы с вами можем поставить... Ха, кого поставить-то нам? Мага? А маг у меня не прокачан ни шиша. Толку от него тоже, конечно же, никакого нету. Копейщика. Ну, я не знаю, копейщика можно, в принципе, попробовать. Но мне кажется, опять же, это не то, что нам нужно. Тем более тут 6-й уровень, а у мага 2-й. Ладно, давай так сделаем. Посмотрим. Посмотрим, как у нас пойдет. Прикинь, я вот немножечко только упустил, да? Шанс. И они меня просто продавили. Офигеть, с какой скоростью. Я сейчас попробую все это дело переиграть именно вот по моей стратегии. Так, эльфа вызвали. Ну, с этими мы разберемся, тут понятно все дело. Даже думать не о чем. Единственное, меня смущает, почему у нас вот так вот медленно идет ускорение. Мне бы как-то вот усилить бы нашу базу в плане скорости, и вообще было бы все тип-топ. Вы смотрите, вон потихоньку-потихоньку они копят свою армию. Потихонечку, да, маги там и все дела. Хил у меня может быть только один, как мы уже поняли. И это меня расстраивает. Потому что в отличие от них, у них целая армия может быть хилов. Пока стоим, никого не вызываем больше. Потому что основная масса пойдет после первого разрушения базы. Это я уже понял. Ну что, по-моему... А, нет, пока еще не сейчас. Вон, посмотрите, посмотрите, какая их там армия уже наплодилась. Как они хотят, чтобы я здесь... Вот и босс появился, да? Еще и босс, друзья мои, вышел. Вот здесь, короче, на боссе мы с вами, по-моему, и свалились. Так ведь было дело? По-моему, так именно оно и было. Смотри, что происходит. Нет, мы, конечно, стараемся. Вон там босс практически уже отдуплился. Лучник мой пробил его. Вызываем эльфа. Мне бы магию, друзья. Мне бы магию сейчас применить какую-нибудь. Давай вот ураганчик сделаем с вами. Чтобы их немножечко вот так оттолкнуть, оглушить. И заморозочка как раз будет здесь вообще в тему. Ага, заморозились. Вау. Тихо-тихо-тихо-тихо. Главное не перерадоваться. А то я знаю, как только мы начинаем радоваться, сразу все идет не так, как нам нужно. Но мы справились с этой армией. Так, давай дальше. Отлични... Подожди, отличненько. Фу ты. Да, друзья, на 3 звезды должны как минимум. Ух. Слушай, ну мне понравилось. Вот сейчас было идеально все сработано у нас. Открыт новый навык. Доступно увеличитель. Купить. Сколько он стоит? 240 монет. Союзник... А, увеличивает атаку всех союзников на 74% на 7 секунд. Вот так-то вот. На 74%. Могу улучшить. Ага, наш, будет уже 76%. 78, 80, 82. Слушай, ну это круто. А вместо чего взять? Вместо чего? Вместо кого? Давай посмотрим. Подожди-ка, а где у нас магия вставляется, а, друзья мои? Где у нас вставляется магия? Может быть, эти награда за вход не работает? Хм, подожди-ка, а мы же где-то с вами должны выставлять нашу магию. Так, может быть, вот здесь вот. Так, это улучшение навыки. Кстати, вот у нас улучшаются навыки. Замок. Замок. Так, уровень перезарядки на начало уровня 1-2. 200 гемов, я это улучшу. Вот так. Хорошо. Можно улучшить здоровье замка. Конечно, мы это с вами сделаем. Лучше иметь 7000 хп, чем 3. Верно? Навыки. Улучшение, это все понятно. А как мне поставить? Наверное, когда будет выбор персонажей.
Также вот у нас, друзья мои, улучшения. Вот моего главного, да, железного рыцаря и моей охотницы. Сколько стоит улучшение? Ё-парасете. Недешево, недешево. ОЗ 3140. Это на втором-то уровне у него будет. Хо-хо-хо. Ладно, уговорили. А еще если сделаем? Это на четвертом уровне у него столько хп. Слушай, я боюсь представить, что будет на десятом уровне. Я даже боюсь представить, какой это будет танк. Неимоверный. Но тут героев еще, ё-моё, сколько, очень много. Так, ну что, немножечко мы с вами усилились. Я предлагаю с вами дальше пойти. Ну-ка, ага, вот, я могу. Слушай, я думаю, что, наверное, снежинку мы оставим. А вот торнадо, наверное, мы уберем. Заценим. Так, у нас здесь опять босс. У нас здесь какой-то лучник странный. И опять эта чертова змеюка. Не могу, бесит она меня. Понимаешь, бесит. Ладно. Выжидаем, друзья, выжидаем. Так, мелкий упыреныш пошел, да, скелетик? Сейчас мы с ним разберемся. Нам нужно 26 магии. Эльф выходит и начинает шинковать одного за другим. Естественно, сейчас нам нужен здесь будет лучник. Лучник. Лучника мы когда с вами призовем, он будет расстреливать вот эту вот кобру издалека. Потому что сейчас она будет стрелять именно по мне. А ну-ка, хил. Захиливай, родной. Успевай отхиливать, и все будет у нас тип-топ. Сейчас бомбанет. Нет, не бомбит пока. Заморозка. Заморозим, чтобы их замедлить. Смотри, какая крепкая, а. Надо усилить, друзья, атаку. Давай. Атака. Ну, дамажить-то будем или нет? Мы дамажим, мы пытаемся, но у нас что-то не получилось. Почему-то не вышло. Фокус не сработал. А почему не сработал? Потому что вот этот вот громозека тут появился. Понимаешь, он мне все карты спутал. Нет. Не то, друзья. Вот такая тактика, которую я сейчас применил, она, ну, вы видите, не сработает. Это бесполезно. Это бесполезно. Заморозку. Ну, что мне заморозка сделала? Да ничего, она мне здесь не сделает. Путнева. Дамагер. Ну, дамагер, да, он как бы лихенько. Он очень быстро погибает, но зато он наносит обалденно сколько урона. Ну, и я так понимаю, что мою базу сейчас тут распишут. Змея там радуется, прыгает. Ладно, друзья мои, переигрываем этот уровень. Слушай, я вот думаю, все-таки мы с вами в скором времени уберем эльфа. Вот это вот, эльфа-вора, потому что у нас есть ассасин. Кстати, сейчас попробуем с вами эльфа вызвать и сзади ассасина. Вот таким вот образом, может быть, так получится. Но змею эту в любом случае нужно именно дальниками сносить. Магами или стрелками. Как-то так. Давай, подходи, Аболтус. Подходи, Аболтус, сейчас мы будем тебя уничтожать. И сзади, конечно же, нам лучше вызвать с вами ассасина, да, для прикрытия. Или же хила. Я даже не знаю, ну хил-то, конечно, бы здесь нам очень сильно пригодился бы. Все-таки он хиляет. Единственное, что ассасин у нас, конечно, он вперед бежит, вперед батьки, как говорится, в пекло. Зачем ему-то нужно, я ума не приложу, но, как видите, вот все это происходит именно таким образом. Заморозку, попробуем сейчас это сделать. Да ладно. Так, скелетика мы здесь уничтожим. Вот, издалека очень даже неплохо получается бомбить. Видите, да? А вот этот громозека, по-моему, который меня тогда и нахлобучил. А ну-ка посмотрим, сможем ли мы продамажить, так сказать, этих олухов всех. По-моему, получается, да? Или мне кажется? Или я просто в себя поверил? По-моему, друзья мои, я в себя поверил и... обделался, как обычно, в очередной раз. Как обычно, как всегда. Хорошо. Нам приходится подходить к этой кобре, а кобра, соответственно, будет по нам бомбить. И, соответственно, жрец у нас тут просто-напросто погибнет сейчас зазря. Он там вышел, он пробует хилять, но ничего у него не получается. И опять, смотрите, тут какие-то, друзья мои, суперстрелки очень быстрые. Вы видите, да? Они сзади вон стоят и бомбят. Из-за этого, в принципе, у них получается как-то выиграть. Но мы разобрались с ними сейчас в данный момент. Давай. Вот эту вот кобру, пожалуйста. Ну, нашинкуйте вы эту кобру-то, а? Не хотят. Они не хотят. Ну что же, давайте подождем тогда, наверное. У нас времени мало. Вот что. У нас с вами мало времени. Давай, наверное, так же попробуем сделать.
Хоп, дальше вызываем лучника, вызываем эльфа-вора. Быстренько их попробуем продавить. Потом применим, наверное, мы с вами заморозку. Ну, давай, 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 родные мои, подходите. Применяем заморозку. Быстренько пытаемся уничтожить эту кобру. Ну, кобру будем убили. Убили мы с вами эту кобру. Давай, 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 давай. Усиливаем нашу команду и пытаемся здесь наказать всех. Времени 2 минутки у нас с вами. Так, у меня жрец. Жрец хиляет, и это уже хорошо. Главное, что нету этой змеи. Фу, и не забывайте, что здесь опять же будет босс. Ждем его, ждем с секунды на секунду. Вот он, скорее всего, появился. Эльф-вор куда-то бежит, как всегда, сломя голову, так оглушение. Заморозочку включаем, чтобы их замедлить. Наказали, скелета тоже наказали. Наказываем теперь башню. Башню, ну-ну-ну-ну-ну-ну. Изи. Да как сказать, изи. Главное, блин, а почему две звезды? А, там по времени, да, друзья, по времени. Бонус-то у нас неполный получился. Ну да ладно, едем далее. У нас 32-я миссия. Накануне. Босс, опять этот шаман с булавой, да, одноногий. Так, 2000 голды, 5 гемов. Согласитесь, это мало. Это мало для того, чтобы нам что-то здесь сделать. А ну-ка, давай-ка мы посмотрим, сколько нам нужно здесь денег. Почти 4000, чтобы нам улучшить нашего хила. А здесь 3900. Понятно, пока денег нет, нам придется как-то вот своими силами здесь справляться. Единственное, что мне не нравится, что у нас очень много миссий пропущено по звездочкам. Да, смотри, уже фейлимся практически на каждой миссии. Ладно, друзья, поехали. Поехали, ждем, выжидаем. Так, вышел маг первый почему-то. Ну, это он, конечно, зря сейчас получит от нас. Звездюлей давай, эльф-воин. Кстати, посмотрите, какая уже дистанция от замка до замка. Нехиленькая, да? Бежит у нас ассасин. Мы тут нахлобучиваем потихонечку. Продвигаемся дальше. Ассасин, конечно, по скорости очень быстр. Очень быстр. В отличие от того же самого рыцаря. Слушай, ну он тут и дамаг держит неплохо. Вот что я заметил. Пока, наверное, ничего предпринимать не будем. Да, потому что я знаю, что здесь будет Басера. Ну-ка, заморозочку. Мы сделаем заморозку. И потихонечку... Вот, это кто у нас? Вышел какой-то скелетон. А если я вот так вот усилюсь? Давай-давай-давай-давай-давай. Проминаем, проминаем, проминаем этих хламонов. Да что же вы так слабенько-то? Так, минус один здоровый скелет. Давай попробуем с вами копейщика в деле. Как он там будет? Хорош, не хорош, я не знаю пока. Эй, эй, да куда же вы, жрица? Господи, ее забомбили, эту жрицу. Так, вот копейщик. Не-не-не-не. Копейщик это вообще не алло. Это вообще не наше все. Это вата. С копейщиками лучше никакого дела не иметь. Вот что я понял. Ждем, ждем, пускай подходят. Мы сейчас с вами сделаем одну небольшую тактику. Раз, два, три. Прокатит, как думаете? Давай еще эльфа. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Я знаю, что сзади армия ползет, я вижу. Я вижу, но мне деваться-то все равно пока некуда. Вся надежда на моего... Нет, его промяли. Да что ж ты будешь делать? Ну, ты посмотри, у него бесконечная армия идет. Просто идет один за другим. По-моему, меня здесь сфейлят сейчас. Друзья мои, меня сейчас тут сфейлят. Ха-ха-ха. Копейщик, от которого вообще толку ноль. М-м. Опять что-то не так пошло. Опять что-то пошло не так. Я даже сопротивляться не буду. Забомбят они мне здесь базу. Ох-ох-ох. У меня уже никаких нервов не хватает. Может быть, нам взять героя главного, а? Да ну его брать, у него атака там вообще никчемная. Я не вижу, ребята, чтобы у нас была усиленная какая-то атака с помощью вот этого скилла. Ну не вижу я ее, хоть ты тресни. Она должна быть, на 85% у нас усиливается атака. Короче, вот здесь вот я убираю, наверное, этого копейщика. Мне кажется, он здесь вообще не нужен. Я лучше вот поставлю вот этого тогда героя. Нету такого у нас дамагера опупенного, который бы мог бы здесь наяривать по полной программе.
И это мы еще с вами не дождались босса, кстати. Это просто большие, точнее мелкие юниты меня подбили. Ладно, давай, давай начнем. Можно вызвать ассасина, но я пока не буду. Пока не стоит. Начнем с эльфа-мага. Вот так вот. Пока он здесь будет один. Вместе с ассасином сейчас они тут, наверное, разберутся потихонечку, да? Пускай пока идут. Мы с вами будем копить пока энергию. И, наверное, призывать главного нашего героя вот этого вот. Я не знаю, будет ли от него здесь какой-то толк. Я в этом очень сильно сомневаюсь, что вообще от него тут будет какой-то толк. У нас выбора-то все равно нету особого. Так, отравление, там все это срабатывает. Идут мои вояки, идут. Давай жреца позовем к нам на помощь. Угу, оттолкнули лучницу. Давай вот так вот сделаем. И заморозку. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ага, нокаутировали, да? Еще вызываем. Еще вызываем. И, наверное, вызовем с вами ассасина. Вызываем ассасина. Так, энергию, нам главное копить энергию с вами. Сейчас, не забывайте, будет босс. С секунды на секунду. Вот он явился, не запылился, естественно. Сейчас у него будет тут огромная армия, да, приспешников. Куда ты? Что ты сделал? Он что-то сделал, друзья. Он, по-моему, тоже усилил атаку. Нам нужно сделать заморозку. Вот что я хочу тебе сказать. Смотри-ка, у нас с вами вполне неплохо прошла моя тактика. И я думаю, что это не без помощи нашего вот этого главного героя. Подожди-ка, он что, у меня там один, что ли, остался? Больше никого нету в подмоге? Тогда усиливаемся, конечно же. Давай, 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 родные мои, проминаем, проминаем врагов. Ну что же вы там делаете? Сдулся он, да? Но это уже не важно, потому что я думаю, что замок мы все-таки ему сейчас разбомбим. Круто. Вот это я понимаю, вот это сыграли мы на 100%. Даже на 3 звезды. Хе. Ну что же, у нас с вами 33-я миссия на подходе. Да ладно, но опять эта змея. Вшивая, плешивая. 33-й уровень. Жалко, никак нельзя посмотреть уровень. Так, здесь копейщики будут, да? Хм, ладно. Ну что, попробуем придерживаться моей тактики, которая вот была в прошлой серии. Да, но здесь дистанция маленькая между замками. Хм. Это не есть гуд? Ну что, начнем, наверное, с эльфа, да? Эльф выйдет. Дальше мы попробуем с вами, наверное, накопить энергию на нашего... на нашего героя. Пойдет герой под хилом. Слушай, да, я думаю, что это должно быть самое то. Ну-ка, герой пошел. Пошел мой герой, и нам нужен теперь хил. Так, секунду, 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 что у вас так много-то? Друзья, а хил не успевает здесь один. Он не успевает, но попытаемся, попытаемся. Вдруг все-таки что-то... Нас еще и отравили, как вы видите. Так, бомбит. Сейчас эта кобра начнет тут чудить. Начнет чудить, естественно, как же без этого. Как же без прик... Ой, главный герой, ребята, у меня все. Главный герой у меня погиб, к сожалению. Ну ладно, попытаемся еще что-нибудь с вами предпринять. Заморозка, заморозка. Зачем мне нужна здесь заморозка? Хотя, если лучник нет, лучник, наверное, не успеет. Ну давайте вы что-нибудь здесь сделайте. Так, вызываем еще раз нашего главного героя. Не хватает энергии, не хватает мне энергии воспользоваться нашими скиллами. У нас нету ни заморозки с вами, да? У нас даже хила нету. И, как видите, меня, по-моему, сейчас промнут здесь. Очень долго мне приходится на все это время тратить. Ну что, вот я сделаю сейчас заморозку. Ну и что это мне даст? Мне это ничего не даст, они подойдут сюда, да? Подойдут они сюда. Мы, например, включаем именно сейчас в данный момент заморозочку. После этого я выпускаю вот так вот. Усиливаемся. Сейчас посмотрим, сработает этот фокус или нет. Ни шиша, по-моему, не получится. Нет, ну как бы получается, но не так, как я хотел. Не так, как я хотел. И это все из-за этой кобры. Да, эта кобра, конечно, нам вреда приносит очень много. Очень много, друзья. Ну,
Давай вызовем вора, он хотя бы быстро бежит. Так, справимся, как думаете? И ассасина еще призовем сюда. Заморозка у меня, друзья, готовится, и я применяю ее. Вот так. Попробуем сейчас, попробуем. Нам нужно пробить только лишь вот эту змею. И он сразу же начинает плодить армию свою. Ты посмотри. Просто неимовернейшую. Как они тут хотят, чтобы я прошел? Я не могу понять. Я не могу понять вот этой тактики дурацкой. На опережение, можно так сказать, да? Ну, я к этой кобре просто не могу даже подойти. Хм, моего героя травят буквально за секунды. Не получится. И вот этот вот эльф, воин наш пока. Откат у него произойдет, да? Это все вот эти стрелки. Я не знаю, кто они там. Лучники. Фигучники. Так, попытаемся. Давай вызовем хила. Вызовем нашего ассасина. Давай, давай, давай. Ну, так, пока справляемся. Это пока. Лучник у нас ускорился. Опять же на секунды. И смотрите, что происходит. У нас время, друзья мои, на исходе. Вот что я хочу вам сказать. 52 секунды уже моргает вовсю. То есть сейчас мы сдуемся с вами. Я не знаю, я уже даже не знаю, нужен ли нам вот этот скилл на усиление армии. Или же все-таки взять торнадо. Я уже сомневаюсь. Понимаешь? Ладно, пускай разносят башню, потому что, ну, я здесь не успею. За 30 секунд выиграть бесполезно. Давай-ка посмотрим по армии. Я кое-что хочу увидеть. Где у меня параметры моих героев? Так, здесь, значит, ХП 870, да? А у нашего эльфа 4790. Понятно, почему он такой крепкий. Кстати, у нас есть денежка. Может быть, нам улучшить кого-нибудь? А кого мы можем улучшить? Целителя хватит? Мы можем улучшить его, да? Мы можем его улучшить. Так, эльфа. И эльфа можем. Хм. Так, повышается немножко атаки. Тут еще следующие копейщики будут. Алибарщики. Да. Слушай, вот этот, в принципе, тоже был бы неплох. Но, опять же, атака вообще никчемная. Он как просто танк идет, да, напролом. Эльф-вор слабоват. На 15 уровне у него всего 810 хп. Атака 573. Нам нужно таких воинов взять, у которых обалденная атака. Кстати, у ассасина тоже атака не алё на самом деле. Что же нам тогда делать? У меня вот, да, только эльф-рыцарь может, как говорится, за себя постоять. Ну, у копейщика, но по хп он слабоват. И стоит он 20 манны. Ладно, друзья, я попробую все-таки улучшить. А может быть, нам даст это все-таки какое-то небольшое преимущество. У него что, увеличивает скорость перемещения? Сменить, ага, 200 гемов. Как бы не так. Как бы не так. Фух. Ага, камни получены. Я нечаянно нажал, видимо, на бесплатную рекламу. Я и думаю, что тут такое. Ну, давайте попробуем. Надеюсь, может быть, все-таки получится. Ай, как я ненавижу эту кобру. Погоди-ка, а мы знаете, что еще хотели посмотреть с вами? Давай-ка зайдем сюда и... Так-так-так, заморозка. У нас, кстати, она первого уровня. Ее бы не помешало улучшить. И, кстати, время продлевается. Вот таким вот образом сделаем. Вихрь. Ну, вихрь наносит 90 урона всем противникам и отбрасывает их на 1 метр. Фигня, согласись. Опять нечаянно нажал, камни получены. Махал, видимо, и сюда кликнул. Ну что, попробуем. Поехали. 33 уровень. Вот эти вот противные, конечно, да? Чурбаны. Слушай, а может быть нам вместо эльфа-вора взять мага? Ну, маг второго уровня не прокачанный. Ладно, поехали. Будем так дальше продолжать. Вот как ты меня бесишь, а, змеюка подколодная. Как ты меня раздражаешь, я прям не могу. Ладно, ждем, пока ждем. Будем с вами опять же начинать с эльфа. Эльф выходит. Атака у него теперь немножечко получше. Поэтому он должен побыстрее с этими охламонами, со всеми разбираться. А я хочу призвать, наверное... Кого я хочу? Мне нужен лучник. Да, попробуем через лучника сыграть. А толку-то нет. Ну, есть небольшой толк. Правда, вот хила бы нам здесь бы лучше позвать.
Вызвал хила, но, наверное, слишком поздно. Слишком поздно. Давай, выходи, выходи, выходи. Как же ты медленно бежишь, а? Да куда ты пошла, жрица? Господи, дуреха-то. Давай вот так вот сделаем. Вдруг получится у нас пробить все-таки эту кобру за вот этот короткий промежуток времени, который у нас с вами якобы отведен. Нет, 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 нет. Не получилось, да? Или получилось? Не могу понять пока. Пока мне не понять. Есть! Лучница все-таки сделала нам добро. Так, тут, по-моему, босс будет же, да, еще? Или не будет здесь никакого босса? Но мы потихонечку уже бомбим ему замок. И это мне нравится. Где мой хиллер? Хиллер где-то сзади. Так, нас сдуло, значит, сейчас что-то будет. Сейчас что-то начнется здесь жуткое. Мне бы заморозку, друзья. Мне бы очень сильно хотелось бы применить заморозку. Давай хотя бы суперсилу. Ой-ой-ой-ой, смотри, 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 подходят, подходят, сейчас будут бомбить. Заморозка. Успели, по-моему, да, мы с вами? По-моему, успели. Естественно, мы их немножечко-немножечко сбиваем, отталкиваем, так сказать, оттесняем. Куда у меня жрец-то делся? Давай, выходи, жрец, некогда там прохлаждаться, ты видишь, что у нас тут на поле боя творится? Давай, давай, родные мои, не подведите. Я же в вас столько денежек вкладываю, да, своих монеточек. И вот оно, счастье, дорогое мое. Фу. Да. Прошли на 3 звезды. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю, тактика, ё-моё. Нет, ну конечно, мои бойцы хороши. Что скажешь. Ну что же, 34-я миссия. Наверное, это будет сегодня последняя, да, которую мы попробуем пройти. И потом пойдем уже отдохнем маленечко. Так, сколько тут вообще глав у нас? 5 глав всего. Надеюсь, мы с вами пройдем их все. Рано или поздно. Денег у нас 2700. Конечно же, я ничего не смогу улучшить. Так, завершите уровень 60. А в данный момент я на каком уровне? Ага, на 34. А 60 это когда будет? Наверное, когда игру пройдем. Ну что, поехали. Ох, ё, ты посмотри, у них какая здесь армия. С алебардами, с копьями. Лучники, мумии какие-то, босс. Плюс еще и кобра это опять, а. Я не знаю, получится ли на этот раз. Слишком короткий промежуток у нас между базами. Врагов, конечно, здесь будет целая тьма. Целая тьма врагов. Начнем потихонечку. У нас все равно выбора особого нету. Ну, ускорился, ты побежал. И что тебе это даст? Наверное, нам вызвать надо сюда хила, да? Пускай пока хил тут маленечко будет подхиливать нашего эльфа. Мы еще одного призовем. Что ты так медленно? А, ну правильно, медленно. Вот так вот он медленно. Вот мумия почему-то очень сильная. Вот мы ее не можем пробить. Нет, мы пытаемся, конечно, все это делаем, но... Надо было не героя призывать мне, дурачку, а... Конечно же, лучника. Немножко не то я сделал. Я немножко ступил. Сейчас будет, по-моему, здесь очень жарко. Почему эта змея такая сильная? Почему у меня, в конце концов, тоже такой змеи нету? Я, может, хочу ее. Чтобы у меня тоже здесь стояла какая-нибудь преграда. Но мы ее забомбили. И это уже меня радует. Ну, правда, сейчас моего жреца, да, накрыли медным тазом. Ну что, попытаемся пробиться-то здесь? Смотри, что делать. Смотри, что эти лучники там строчат, как эти. Как умалишенные. Сейчас еще босяра выйдет. Сейчас босяра выйдет и нас с вами накажет. Я чувствую, да? Это он же, не? По-моему, это он. По-моему, это он. Или это не он, я не знаю. Ну, кто-то такой противный и страшный. Давай усилимся. Да, ну, вы что, серьезно, что ли? Мы даже не можем... Такого быть не может. Хил, ты где? Давай лечим моего героя. Да, заморозки доживем, как думаете? Или не доживем? Мы доживем до заморозки? Ага, ага, все, пока все великолепненько. Так, они там на попятную пошли. Здесь мы этих разбираем, чудиков. Вот стрелки, паршивцы, а. Издалека очень много дамага наносят издалека. Опять эта мумия здесь. Наш герой на подходе. А, я, кстати, могу только лишь одного героя призвать. Так же, как и одну лучницу. То есть, даже если мы захотим с вами, да, вызвать их
кучу. Ничегошеньки у нас с вами не получится, потому что здесь лимит. Но это нам не помешало, чтобы мы с вами разбомбили вражескую базу. Хе-хей! Фух, на 3 звезды. Ну что, друзья мои, мы с вами перешли на 35-ю миссию, да? Ну, я думаю, что этим мы займемся уже в следующий раз у нас, потому что вот там вот гном будет открываться с алебардой. Я, наверное, при монтаже не буду удалять все свои невезучие моменты, где я проигрывал. Ну, а вы пишите, может быть, их надо вырезать и оставлять чисто победные. Так что будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых, ребята, скорых видосиков. Удачи вам!